Своеобразный подарок к международному женскому празднику подготовила булочно-кондитерская компания «Домочай». Выставка «Сладкая феерия. Кондитерские хиты от «Домочай» готова порадовать любителей не только вкусной еды, но и искусства. Мастера Могилева подготовили экспозицию, на которой представлены многочисленные хлебобулочные и кондитерские изделия. Главными экспонатами стали работы победителей международных и мировых конкурсов профессионального мастерства кондитерского искусства. Ну, работа полностью сделана из соленого теста. Изготавливалась она где-то 3-4 недели, ну, около месяца. Вот, она участвовала в конкурсе, в республиканском конкурсе «Смокота», заняла золотую медаль. Вот, по тесту это была лучшая работа. Изготовлена в стиле «Ля натюрморт». Вот. Ну, каждый символ не просто там много всего навалено. Каждый символ что-то означает. Допустим, попугай – это красноречие, рак, комар – это мудрость. Это шедевры по хлебопечению, декорированию тортов, работы с шоколадом, карамелью, сахарной пастой, пастилажем, слоеным тестом и марципаном. Мы, сотрудничая с компанией «Домочай», решили, что почему бы нам не показать их маленькие шедевры. Шедевры – это шедевры кондитерского искусства, различные конкурсные торты, которые делались мастерами компании для различных международных и других выставок. Кондитеры компании «Домочай» являются участниками, победителями и обладателями многочисленных наград, конкурсов профессионального мастерства и специализированных продовольственных выставок как в Беларуси, так и за ее пределами. Откроется экспозиция 9 марта в выставочном зале Могилевского областного краеведческого музея имени Романова. Работать она будет до 29 марта.